Но разницы ты не чувствуешь вот между людьми, вот в Макеевке, на Украине и в России? Или есть? Конечно, там в Украине, в Макеевке, они добрее. А тут за какой-то поступок, вот на День Святого Валентина подарили Валентинку мальчику, тебя загрызут, засмеют. Тебя в смысле кого? Девчонку или парня? И девчонку, и парня, всех засмеют, даже лучшие друзья. А на Украине нет? А там нет, мы приносили Валентинку, обменивались, никто даже не гугу. Интересно. А еще какие такие различия, если есть, конечно, если ты их знаешь? Ну, пока я не замечала. Только вот более жесткий народ, да, здесь? Тут, по крайней мере, мой класс как злой. Но ты говоришь, что тем не менее ты хорошо с ними ладишь. То есть ты тоже стала злой? Нет. Почему? Я решила оставаться собой и просто с некоторыми не общаться. Просто привет, пока. Хорошо. А так те, которые со мной хотят дружить, они со мной общаются как в украинской школе, если хотят дружить. Эрик Хартман ТВ.